как много. Вот. И переведу, и после этого прокачусь. Goedemiddag. Ja, hij doet het. Van harte welkom op deze show. En blij dat we weer zoveel bekende gezichten zien. De show is heel erg mooi. En gelukkig dat wij deze ruimte beschikbaar gekregen hebben. En dankzij alle medewerkers hier hebben wij een prachtige tentoonstelling. En we zijn blij dat we weer op Russische bodem zijn om ons gezicht te laten zien dat Haakman nog niet van de bodem weg is. En we hopen jullie nog veel keer te zien. En hierbij geef ik het woord aan Alexander. Ну, передаю слова Дика. Дик благодарен всем за присутствие. Он счастлив, что у нас есть такое прекрасное помещение. Большое спасибо Олегу Геннадьевичу за это. Вот, мы счастливы быть на русской земле вновь, доказать, что мы присутствуем, что мы никогда не делись. И будучи, скажем так, такими прогрессивными европейцами, вот, мы по традиции приезжаем в самые сложные времена. Первая выставка у нас была в прошлом году, когда была корона, вторая сейчас, когда все сложно в мире. Вот. А когда все было просто, мы ее не организовывали. Вот. Соответственно, большое всем спасибо. Наслаждайтесь всеми цветами. Я думаю, что все уже... Все насладились. Завтра, послезавтра еще будет два дня. Вот. Ну, собственно, большое спасибо от Дика. Приступаем к семинару. Немножечко хотим рассказать про группу компании Haakman. Многие спрашивают. Компания Haakman непосредственно в Нидерландах состоит из двух отделений. Первое отделение занимается непосредственно выгонкой тюльпана. Мы сами выгоняем 30 миллионов тюльпана на срез. Вторая компания, это Haakman Flower Props, занимается непосредственно экспортом луковиц. Наши главные рынки сбыта — это Япония, это Канада, это Америка. Вот. Россия тоже важный рынок для нас, соответственно, мы здесь и находимся. Помимо этого, у нас есть компания Haakman New Zealand Bulbs. Там мы выращиваем свою луковицу на экспорт. То есть это луковица, которая готова, в принципе, к выгонке в России к 1 сентября. Вот. И ряд компаний достаточно успешно в России. Есть спрос определенный. И четвертая компания – это компания iBreed. Мы ее создали пару лет назад. Это полноценная дочерняя компания Haakman в России. Мы единственный экспортер голландский, кто имеет свою дочернюю компанию здесь. Вот. То есть мы сами... без помощи брокеров перевозим луковицу для наших клиентов, что крайне удобно, в первую очередь, для больших холдингов. Да, мы проходим все аудиты, мы полностью белая компания, платить можно в рублях непосредственно. Вот. Собственно, на данный момент состоит группа компании Haakman из четырех дочерок. Мы традиционно в команде Stein, это внук Дика, Дик и я, ежегодно в январе-феврале катаемся по всей России, посещаем наших постоянных партнеров. Также в этом году, в январе-феврале, мы ездили по России. И в целом, достаточно положительно мы оцениваем российский рынок, если сравнивать с тем, что было 10 лет назад по выгонке. Естественно, гораздо меньше ошибок делают российские партнеры, это очень радует. Главная проблема, которую мы наблюдали у всех, это все же достаточно плохая гигиена, и это сказывалось на достаточно плохой корневой системе. Неразвита корневая система, либо гнилая корневая система. Но в целом, в среднем по больнице, мы качеством довольны. И это не может не радовать. Многие оптимизировали свои производства. Кто-то покупает сейчас дополнительные машины для фасовки тюльпанов. Кто-то строит холодильные камеры. Все это приходит на более положительный, на более профессиональный уровень, чем было раньше. Вот. И это нас, как производителя, естественно, радует. Потому что в целом качество тюльпана в России стало... лучше, чем это было там лет 5-10 назад. Что касается выгонки на гидропонике, вкратце сейчас мы расскажем.
После того, как луковица к вам приезжает, если, например, вы сами охлаждаете, получаете луковицу там, в сентябре, да, вот, если вы сами не охлаждаете, в конце ноября, возможно, в начале декабря, приходит к вам луковица, очень крайне важно ее хранить при 1 градусе до момента высадки укоренения, чтобы не нарушать полностью технологию. Очень важно, чтобы то место, где вы храните свою луковицу, хорошо проветривалось, чтобы там был свежий воздух, потому что, как говорит Дик, луковицы тюльпанов, как люди, нам необходим кислород. Это крайне важное замечание, потому что зачастую люди, имея небольшой холодильник, хранят там 100 тысяч луковиц, например, все хорошо, на следующий год хранят 200, уже похуже, потом забивают полностью под отказ, вентиляция нарушается, и начинаются большие проблемы. То есть нужно идти как бы в шаг. И крайне важно для хороших корней, для хорошего цветка, все же соблюдать гигиену. Вот. Вы сегодня могли наблюдать у Олега Геннадьевича мойку для гидропонных ящиков. Мы сами в Голландии также, естественно, используем серьезную мойку. 3 раза в году моем свои ящики. Сразу после сезона, перед сезоном и желательно еще 1 раз летом. То есть лишним не будет, это крайне важно, чтобы была гигиена в гидропонных ящиках. Также гидропонные ящики имеют накопительный эффект, и очень многие компании, которые покупают, например, сегодня новый ящик, у них идеальная выгонка в первый год, хорошая выгонка в 2-й год, и на 3-й, 4-й начинается проблема, потому что ящики не промываются должным образом, идет накопительный эффект всяких бактерий, и после этого, ну, есть проблема с урожаем. И тогда, по факту, нужно уже приступать непосредственно к тщательной мойке и обеззараживанию ящиков. Лично мы используем формалин, мастер-жет или перекись водорода для обеззараживания ящиков. Вот, работает очень хорошо. Важно мыть их минимум 2 раза в год, сразу после выгонки, чтобы все это не прикипело за лето, вот, и непосредственно перед урожаем. Ну, собственно, здесь мы опять же про это говорим, что необходимо 100% чистые ящики иметь. Также крайне важно при накалке луковицы на гидропонный ящик обходиться с ними как с яйцами, да, по факту они очень хрупкие, то есть нужно очень аккуратно их сажать с любовью. И один из хороших способов, как избежать повреждения луковицы при посадке, это то, что мы делаем в Голландии, мы ее предварительно замачиваем просто в воде. Или мочим из кёрлика, например, да? Тогда луковица скользит на иглу, скользит в руках, и из-за этого гораздо меньше росток повреждается, и лучше, меньше брака в итоге получается при выгонке. Вот, то есть очень такой хороший совет, чтобы это делать. Но. Что касается периода укоренения, вкратце, если мы берем тюльпан для выгонки 14 февраля или 8 марта, нужно укоренять 3 недели. Если мы берем и нам нужны цветы для выгонки после 8 марта, то можно укоренять 2 недели, потому что луковица уже более спелая, получается зрелая, и количество недель укоренения можно сокращать. Вот. Очень важно при укоренении поддерживать хорошую влажность. По большей части, если будет 100%, это не проблема для укоренения. Вот, 80% тоже нормально, но чем больше, тем лучше. Также крайне важно, это вопрос ESI, понятно, да, 1,8-2, pH 6-6,5, но опять же, в каждой теплице свои нюансы. Мы советуем отдавать хотя бы раз в год перед сезоном в декабре свою воду в лабораторию, чтобы понять вообще какой состав воды, потому что, по большей части, в Голландии вода одинаково круглый год. Мы ее получаем непосредственно от города, да, магистральная вода. В России большинство компаний используют воду из скважины, там вода нестабильна, поэтому крайне советуем вот в декабре делать анализы, возможно, отправив голландцам, да, или поставщику луковиц эти анализы воды, чтобы они вам дали какие-то рекомендации по поводу правильного ИСИ и, возможно, каких-то других средств непосредственно для вашей воды. Также крайне важно, да, чтобы это тоже часть гигиены, во избежание коричневых корней, гнилых корней, это замена воды на 100%, как мы у себя делаем в Голландии, на 3-й, на 7-й, на 12-й день,
ну, хотя бы 3 раза менять воду на 100%. Это крайне важно, особенно в первые там, 10-12 дней. То есть не прибегайте к этому, то есть ну, не нужно не делать этого. Крайне важно, на самом деле, вот эта гигиена. В итоге у вас будет гораздо сильнее корень, гораздо будет красивее цветок. Крайне важно это делать. Вот, условно, примеры, да, мы по неделям, это луковица только посажена, первый раз замена воды, вторая замена воды, и это уже 12-й день. Лук, корень идеально белый. Если так есть, это просто на самом деле, естественно, фокер в один день, это не надо даже луковицы. Вот. Да. По факту в желе находится вещество, в Голландии называется тилюполин. Вот. Он вымывается, ну, наверное, на 70% при первой замене воды, там, на еще там, 15% при второй и третьей. То есть в нем, да, те самые дубильные вещества, которые корень портят. То есть это одна из причин, собственно, почему нужно было менять. На гидропонике ее чистить не обязательно. То есть у нас, например, вы можете видеть, у нас луковица не чищенная, но корни все они идеальны. Это связано с тем, что мы укореняли эти луковицы в Голландии, они приехали укоренённые уже сюда. Вот, то есть вы видите корни, которые мы сформировали у нас в Голландии, промывая вот регулярно первые там, 10 дней, 12 дней. То есть, ну, чистые ящики, гигиена, опять же, да, это все вот на голландский манер. Что мы сделали в России, мы просто их догоняли здесь теплицы, ну, не более того. Вот, то есть крайне важно вот трижды менять воду, это прям очень важно. Если в процессе у вас, например, даже после 3 замен все равно коричневые корни, потому что у вас ящик, например, был грязный, меняйте 5-й раз воду, меняйте 4-й раз воду. Хуже не будет. Чем больше, тем лучше. Er is wel een verschil met bewortelen of je het direct in de kast doet of dat je het in de koelcellen doet. Wij hebben, van het jaar hebben wij ook een experiment gezien in Rusland. Heb ik tegen iemand gezegd, je moet in de koelcel bewortelen, dan krijg je beter beworteling. Hij heeft hetzelfde soort in de koelcel beworteld en hij heeft het soort beworteld in de kast met 5-7 graden, alle twee. De beworteling in de koelcel is beduidend beter en dikkere wortels. Вот еще ремарка Дика, да. В Голландии мы укореняем всю свою луковицу в холодильниках на теплице. Вот. Соответственно, в России мы попросили одного из партнеров провести эксперимент. Там пару поддонов укоренить в холодильник и пару поддонов укоренить... Стронгов мы брали. Укоренить в теплице. Разница корней, она просто очевидна. То, что укоренено в холодильнике, они гораздо более мощные, они гораздо более белые, сильные. То есть, если есть возможность укоренить в холодильнике, то это гораздо предпочтительнее дело, потому что все же корень – это ну, начало цветка, да, это крайне важно. Ну, тут вкратце... период цветения, очень многие, чтобы наблюдали, да, во время нашей поездки, очень многие ребята, партнеры наши не вовремя смогли собрать цветок, кто-то людей не мог найти, у кого-то машина сломалась. То есть крайне важно, во-первых, если у вас есть своя машина, заказывать запчасти прямо сильно заранее. То есть, ну, не перед самым сезоном, когда огромный спрос в Голландии на них, а лучше всего сразу после сезона. Вот мы, например, в Голландии, у нас сезон заканчивается, мы делаем ТО нашим машинам после сезона, а не перед сезоном, чтобы мы знали, что они готовы у нас в следующем году. Вот. Также важно почистить, там, грубо говоря, помыть холодильные камеры, да, если они у вас имеются, подготовить лейные ящики, подготовить картон. Ну, все дело заблаговременно, а не в последний момент, потому что, к сожалению, мы с этим сталкивались, что многие откладывают на последний момент, а потом что-то идет не так, и результат неудовлетворительный. Наталья, да, из Новгорода. Берите машину, Наталья, из Хаватека.
Ну, здесь вкратце стадии цветения, да, которые мы используем в Голландии, там от первой до пятой стадии. Вот, в Голландии, как правило, срывается цветок на второй стадии для сетей, ну, потому что голландцы любят наблюдать созревание цветка непосредственно в вазе у себя, а не в магазине, поэтому берут максимально в ранней стадии его. Вот, в России же, ну, опять же, кто-то любит очень зрелый цветок, как в Краснодаре, да, и резиночки завязывают, кто-то любит тройку или четверку. Ну, это просто так, наглядная карта стадии созревания. Вот пример, как можно хранить непосредственно срезанный цветок, да, то есть крайне важно его хранить по факту вертикально, иначе начинает гнуться, если его горизонтально хранить, вот, и ноги, ну, он просто становится кривой. Поэтому все цветы нужно хранить вертикально, хранить при 1 градусу, вот, и также в сухом месте и в чистом месте. Вот пример хранения непосредственно в лилейных ящиках, используя картон, крайне удобно. И если вам нужно хранить цветы, например, ну, там, например, две выгонки или одна выгонка, и вам нужно хранить цветок достаточно долго, то мы рекомендуем хранить его на луковице и срезать уже непосредственно после того, как есть спрос. Вот, вот такой метод очень эффективный в России на самом деле. И что касается мойки, вы могли, в принципе, видеть сегодня демонстрацию, демонстрировали в теплице, как моет, работает моечная машина. Мы крайне рекомендуем ее приобрести, на самом деле, ну, понятно, у всех разный объем тюльпана, но она экономит рабочую силу и сокращает очень серьезно выброс при выгонке, потому что, опять же, повторюсь, гигиена крайне важна. Ее нужно соблюдать всеми возможными способами, потому что такая машина отвечает человеческий фактор, керхером далеко не все можно вымыть и не так эффективно, как это делает машина. Вот, соответственно, ну, по большей части, если там брать выгонку 1 000 000+, то такая машина на одном браке окупает себя там года за 2-3. То есть, ну, мы сейчас на данный момент общаемся с голландским производителем моечных машин, чтобы разработать некую бюджетную линейку для российского рынка. Вот. Пока, к сожалению, больше сказать об этом не могу, мы в процессе. Я знаю, что в России есть две компании, которые предлагают моечные машины, но мы их видели, они, конечно, работают не всем оптимально, потому что требуют предварительной мойки керхером. То есть, ну, вот такая история по факту. Она не заменяет людей. Вот, в плане машина, да, то есть моечная машина, моем 2 или лучше 3 раза в год до посадки и сразу после посадки. И крайне важно, чтобы вода была 60-70 градусов, потому что многие моют холодной водой, это все же не оптимально. В идеале, чтобы это была вода достаточно горячая, чтобы все бактерии, все у нас оттуда ушло. Вот, повторюсь, мы обеззараживаем перекисью водорода, вот, естественно, он при помощи дозатрона туда подается, вот, и в наших голландских машинах там порядка 10 форсунок для мойки ящиков, то есть меньше, ну, не рекомендуем, они менее эффективны. Ну, вот я, например, грубо говоря, ящика до и после, ну, не очень хорошо видно. Ну, крайне важно, чтобы он прям, ну, он был чистый. Это очень важно. Небольшое видео непосредственно моечную машину в Голландии. Я сам сидел, мы могли поправить, кого-нибудь. Я вам побелся, вот.
Вот мы видим как бы чистые ящики. Да, еще часто задают вопрос, должен ли быть ящик сухим перед накалами луковицы. Нет. У нас в Голландии вот с этого конвейера ящики сразу же мокрые едут на посадочную линию. Соответственно, если не мыть ящик сразу после сезона, вот эти корни достаточно тяжело отмыть будет уже там через полгода перед сезоном. Вот, ну, собственно, наш краткий семинар подошел к концу. Время вопросов. Еще давайте сразу будем задавать их Дику, я буду переводить. Сколько оптимальное количество посадки Зависит как бы от сортов, но 100 считается в Голландии нормально. Ну как бы 100, максимум 110, не больше. То есть кто-то в Голландии высаживает максимальное количество, потом там будет все стопником и так далее, да? Вот, но мы советуем 100, это такая золотая середина. И опять же, это зависит от теплицы, у кого условия там, теплица темная, у кого-то более светлая, то есть это все тоже очень сильно влияет непосредственно, индивидуальная история. То есть каждый для себя должен правильно подобрать количество. Чем Но, как я говорил, да, у нас вода стабильна в Голландии, соответственно, что нужно использовать, зависит от вашей воды непосредственно. Вот. Мы как бы для наших клиентов делаем такую услугу, мы берем как бы там 150 евро воду с собой, возим туда, делаем в Голландии анализы, исходя из этого, даем рекомендацию, что использовать, в каких пропорциях для подкормки. Ну, если вопросов нет, тогда давайте дальше. Да, вопрос очень корректный. Всех, конечно, сейчас беспокоит вопрос по доставке луковиц, что будет, как с этим жить дальше. Вы знаете, в пятницу вышло постановление, я читал как бы его на голландском полностью. Печальная история, но бизнес как вода, я думаю, найдет выхода. Нам, как экспортерам, важно понять, какую ответственность мы будем нести в случае, если мы не будем исполнять эти санкции. То есть на данный момент мы этого не понимаем, ну, или как есть, да, мы этого не понимаем, мы не понимаем, каким образом все это будет контролироваться, кем это будет контролироваться, как можно проверить там третьи страны, как можно проверить использование этой луковицы в России, потому что, ну, в документе написано, что запрещается использовать эту луковицу в России. Ну, как это потом контролировать, непонятно. Соответственно, недели 2-3 нам нужно для того, чтобы это понять, оценить все наши риски, и после этого мы будем принимать сообразные какие-то решения. Я думаю, что непосредственно Лука Степанов, она придет, никуда не денется, и логистика станет, скорее всего, дороже, а может быть даже и нет. Посмотрим. На данный момент, сложно сказать, прошло всего 3 дня после постановления, поэтому... Больше вопросов нет? Никого? Будем надеяться, осенью разрешится что-нибудь лучше.
Я надеюсь, что нашим якутским решится. Ну, раз спасибо большое за семинар. Ждем вас завтра, если вдруг еще кто-то останется. Вот, программа будет еще более насыщенной, людей будет еще больше, чем сегодня. Вот. Всем спасибо за визит.